Здравствуйте, дорогие наши друзья! Христос воскресе! Мы совсем пропали, и я уже знаю, что многие искренне переживали, не случилось ли с нами чего-нибудь, не дай Бог, плохого, почему мы так исчезли. Во-первых, те, кто подписаны на наши платные передачи «Ирландия день за днем» и «Утренний кофе», те прекрасно знают, что мы живы-здоровы, потому что мы работаем ровно в том же режиме. «Утренний кофе» выходит дважды в неделю, и один раз в неделю выходит «Ирландия день за днем». Что же случилось с бесплатными передачами? Куда они исчезли? Причина вся в том, что у нас не хватает времени. Элементарно не хватает времени снимать для YouTube. Вы знаете, что YouTube отключил спонсорство россиянам и отключил все рекламы на Россию. То есть вот эти два показателя более чем в половину снизили наши доходы. Мы никогда не скрывали от вас, что канал у нас монетизирован, и, разумеется, мы ведем YouTube-канал не только ради собственного удовольствия, не только ради каких-то просветительских целей, но это и наш заработок. И вот сейчас более чем наполовину все это снизилось, и, соответственно, мы вынуждены искать другую работу. Да? И вот с этим связано то, что мы перестали регулярно, бесплатно выходить в эфир на YouTube. Чем же мы занимаемся? Что делает наша семья? Ну, о том, как мы праздновали в этом году Пасху, вы прямо сейчас узнаете. Мы вам все расскажем и покажем. А так, чем мы занимаемся? Рафаил в начале мая защищает свой диплом магистратуры. У него уже назначена дата, поэтому он сейчас усиленно доделывает свою дипломную работу. А я вот готовлюсь к тому, чтобы преподавать музыку. Опять же, те, кто подписаны на «Утренний кофе» из наших бесед, знают о том, что я по первой профессии своей музыкант, и до 30 лет я играла и выступала, и я здесь, в Ирландии, почувствовала какое-то удивительное вдохновение и желание вернуться к музыке, и мне хочется очень преподавать скрипку. Для этого нужно самой войти в хорошую форму, потому что так уж мы воспитаны нашей русской скрипичной школой, что педагог, который сам не играет, это не педагог. Соответственно, я вхожу в форму, занимаюсь каждый день. Кто музыканты, знают, какой это труд. Да, это 2-3 часа в день занятий. Для этого нужна и свежая голова, и хорошее состояние рук, тела, да, всего. Это берет время и силы. И я читаю очень много литературы по методике, изучаю методику здешнюю, европейскую, местную, ну, в частности, в Англии есть свои тоже традиции определенные, и хочу преподавать. Вот так получилось, что, видите, вот новое направление в нашей жизни открылось, и это занимает время. Тем не менее, мы продолжаем вести платные передачи «Утренний кофе» и «Ирландия день за днем», и каждый человек абсолютно может на них подписаться. Если у вас в YouTube кнопка спонсорства больше не получается, не появляется, да, вернее, то вы можете подписаться через сайт «Клуб путешествий Топос». Это очень просто, друзья мои. Вот прямо в описании этого видео есть ссылочка. Вы нажимаете на главной странице. Обе подписки есть. Читаете, как, что нужно делать. Там можно оплатить любыми кредитными картами и российскими в том числе. Мы подключили к сайтам временную кассу, которая пока что работает. Ну вот, как бы, да, каждый день молимся, чтобы она не перестала у нас работать. И, соответственно, мы будем с вами встречаться по вторникам и пятницам. Так сейчас выходит «Утренний кофе» каждую неделю. Темы у нас там все глубже и глубже, все интереснее и интереснее. Так что я искренне приглашаю тех, кто хочет и может. И раз в неделю выходит «Ирландия день за днем». Бытовые истории о нашей семье, о нашей жизни здесь, повседневной, не нагруженной никаким великим смыслом, просто жизнь, как она есть. Ну а теперь давайте заглянем в пасхальные дни и посмотрим, как мы праздновали в этом году Пасху. Пасха в Ирландии – это, конечно же, цветение. Самая настоящая весна. Цветут яблони, цветут японские вишни, которых здесь много. Вечно зеленая трава украшается цветами. Дни становятся очень длинными, закат в половине 10 вечера, к удивлению наших девчонок. Ну, естественно, что на Страстной, как и всегда, мы готовились к Пасхе. Мы ходили в храм и дома молились, пекли, конечно же, куличи. Естественно, всегда это очень ответственный момент. Я в этом году купила формы для куличей на Амазоне. Получилось все очень хорошо и здорово в них. Ну, а детки помогали. Рут в этом году опять делала вместе со мной Пасху. В этот раз без Эмилии, она была в гостях у подруги.
И вот, кто хочет посмотреть, как Мили, Рут и Кася вместе делали Пасху 3 года назад, вот там наверху есть ссылочка, нажимайте, наслаждайтесь. За это время, конечно, у Рутика умение, сноровистость выросла, нужно сказать. Ну а потом мы расписывали яйца. В этом году поверх красителя мы решили расписать замечательными акриловыми фломастерами, которые, опять же, купили на том же Амазоне и очень были довольны. Краски пищевые, и вот такая потрясающая совершенно красота получается. Детей было не оторвать. Яиц было 30 штук, но я поняла, что и этого было мало. Лучше бы их было в 2 раза больше. Вот такие яйца у нас были в этом году. Просто даже жалко было есть потом их. Ну, а красные традиционные яйца тоже, это болгарский краситель, кстати, очень хороший. В Великую Субботу, поскольку все дела были переделаны, мы пошли гулять. Наслаждение, одуванчики, зеленая трава, ромашки, погружение в природу, соединение с природой – это то, чего больше всего хотелось лично мне в Великую Субботу. В этом году мы как-то по-особенному ощутили вот эту тишину Великой Субботы. Без суеты в ожидании воскресенья. Смотри, будет на пес. Так, теперь ты идешь вокруг головы и сюда. Следующий дуванчик. Эй, дай мне. Смотри, следующий цветочек ты также кладешь. Вот спереди, спереди. Теперь вокруг головы. Каждый надо делать так же и следить, чтобы они все были на одной стороне. Чтобы они... I'm not doing you. Вот сюда, так. Так, вокруг головы. Mommy, you care about her stupid vlog. I'm not even trying to... I got fat ass. Стоп, стоп. Сейчас Рут передаст Миле, потом каждому. Давай. Передавай Миле. Сейчас мама. Это была самая первая Пасха, когда я находился за пределами Иерусалима. И не только за пределами Иерусалима, а вовсе как бы не на родине. И могу сказать, что был действительно невероятный покой. Когда мы только начали работать с паломниками, я часто именно в эти дни, Страстную Пятницу, Суббота и даже в саму Пасху, я постоянно находился в окружении других людей, паломников, и было часто много суеты. Когда мне было, скажем, от 27 лет до 36, можно сказать, что я почти не видел своих детей, то есть очень редко мог проводить время с ними вместе. И вот в эти дни как так получилось, что действительно сосредотачиваешься на то, что самое-самое главное. На молитвы, на любовь, на связь с будущим поколением, на связь с семьей. И как ни странно, было настоящее иерусалимское ощущение. Вот мы как раз, когда гуляли вдоль канала по природе, это было, когда все остальные ждали благодатный огонь в Иерусалиме. И мы знаем, что вот в этот день, на Страстную Субботу, все это происходит, и мы не один раз там побывали, тоже среди толпы, людей, в ожидании чего-то. Но в этом году как-то все было совсем по-другому. И невольно вспоминались слова святителя Григория Ниского о вреде паломничества.
То есть то, с чем мы, гиды, обычно спорили, да не только гиды, просто даже люди, живущие в Иерусалиме, не очень любят Григория Ниского. Вот эти именно его слова о паломничестве, о том, что паломничество – это одна суета и разврат, и отвлечение от молитвы, и что, мол, лучшее паломничество – это в твоем сердце, где ты можешь обрести и гроб Господень, и Вифлеемскую пещеру. Я всегда думала, что это педагогические слова. Ну, конечно, важные, но все-таки Иерусалим, ну, так сердце его любит, и так любит эти места и эти службы. И вот впервые в жизни мы оказались вдали. И, наверное, усилили молитву, как мне кажется. И поэтому мы почувствовали, что действительно можно находиться в Северной Ирландии, около речки Ньюри или около Большого канала, в парке, под ирландским небом среди ирландской весны и чувствовать себя в Иерусалиме у гроба Господня. Это трудно объяснить словами, но я думаю, что многим из вас такое чувство очень даже, может быть, и знакомо. А еще к Пасхе здесь цветут даже каменные стены. Цветет и зеленеет все. И вот это ощущение жизни после зимы тоже было как иллюстрация наших внутренних переживаний. Как мы уже рассказывали, здесь, в Северной Ирландии, мы ходим в два прихода. То есть мы ездим в Дублин, в приход Вселенской Патриархии, о нем мы уже рассказывали много и в разных наших выпусках. А также у нас в Ньюри раз в месяц бывает служба, приезжает священник от Московской Патриархии, приезжает он из Шотландии. И вот так получилось в этом году, что на Пасху у всех службы были ночные. И в русском приходе в Дублине, и во Вселенской Патриархии. А у нас в Ньюри службы не было вообще совсем. Поэтому мы решили по ковидному нашему обычаю совершать пасхальную всеночную дома в полночь с детками, с зажженными свечами. Это неповторимый опыт церковной молитвы дома. Ну, а причащались мы, естественно, на вербное воскресенье, так что получилось все очень даже хорошо. А утром – разговение. Ikenta foka dirte safanate ala tu adu katilestin dinamin ke anestis os nikitis Christe o Theos in eximiro foris thesagme χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. На будущий год пасхальная всеночная будет в Ньюри. Так выпадает по расписанию, нам сказал об этом отец Георгий. А значит, нам с девочками, как его единственному хору, клиросу, нужно будет петь пасхальную всеночную. Начинать готовиться, думаю, будем уже с июня месяца. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, висущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Хотя у нас в городе после 5-6 вечера все магазины закрыты, и весь честной народ сидит по домам, телевизор смотрит, а мы любим гулять. Гулять, естественно, в основном на природе. Прямо напротив двух крупных торговых центров нашего города, вот они, есть канал, Гранд-канал, Большой канал, знаменитый. Вот тут можно побросать камушки, провести вечер с детьми. Сказочное время. А по вечерам, теперь по выходным, у нас есть еще одно развлечение. По городу ходят вот такие духовые оркестры в военных формах.
притом каждый раз разные, и говорят, дело это будет идти до сентября. Связано это все с двумя событиями. Во-первых, с юбилеем королевы, который будет в июне месяце, а во-вторых, с грядущими в Северной Ирландии выборами. Но об этом мы уже подробнее расскажем вам, надеемся, в нашем следующем выпуске. Оставайтесь с нами, друзья! Ну вот, это все, что мы хотели показать вам сегодня. Напоследок хочу сказать, что наш интернет-магазин «Топос. Товары со Святой Земли» заработал в прежнем режиме. Мы приглашаем всех совершать покупки, благо курс доллара сейчас не в самом страшном своем состоянии. В некоторые дни даже он возвращается к отметке 80, так что цены у нас по-прежнему остаются невысокими даже для россиян. Поэтому приглашаю всех покупать товары со Святой Земли. Ссылка на магазин «Топос» в описании к этому видео. Ну а также, если вам хочется оставить записочку, передать ко гробу Господню или Вифлеем, тоже это можно сделать через сайт нашего магазина «Топос». Ну и ко всем большая просьба, если видео понравилось, поставить лайк и подписаться на наш канал. А может быть, даже еще и переслать знакомым. Спасибо, дорогие друзья, спасибо всем, кто с нами, спасибо всем, у кого хватает терпения выдерживать сейчас наш абсолютно нестабильный график, так скажем, и все-таки заглядывают на наш канал. Большое вам спасибо за вашу верность и за вашу дружбу, мы это ценим. Всего самого хорошего, друзья, Христос воскресе!